Центр социальной помощи пострадавшим от бытового насилия открыли в городе Кунаеве. На консультации к семейным психологам уже записались больше 50 человек, в основном это женщины. Сегодня в Казахстане всего 40 кризисных центров. При этом, по данным Бюро национальной статистики, ежегодно в стране фиксируют не меньше 60 тысяч фактов бытового насилия. И это только зарегистрированные случаи. В этом году в сфере семейно-бытовых отношений произошло 27 преступлений, 15 пострадавших женщин. Стараемся максимально серьезно рассмотреть каждое заявление, контролируем проблемные семьи, и помощь узких специалистов-психологов сегодня необходима.